На сегодняшний день в Луганской области контрабандных потоков практически нет. Об этом заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. Что осложнило жизни любителей легкой наживы и как рушатся преступные схемы в регионе, далее в сюжете. Поток контрабанды в Луганской области уменьшился на 70%. Причины назвал Георгий Тука, глава Луганской областной военно-гражданской администрации. Одна из причин – это наличие мобильных групп, которые весьма существенно осложнили жизнь контрабандистам. Например, есть инсайдерская информация, что три крупнейших компании-перевозчика, которые занимались этим на регулярной основе, они принципиально отказались сейчас от своей деятельности. Очень много, скажем так, диких контрабандистов тоже решили приостановить свою деятельность, потому что рентабельность уже зашкаливает, суммы взяток существенно возросли с одной стороны, а с другой стороны они уже рискуют не только потерять свой товар, но и свой автотранспорт, который иногда стоит намного дороже, чем содержимое груза. На фиксируемые случаи переноса местными жителями продукции с огорода глава области пока смотрит сквозь пальцы. Однако предупреждает, закроет и этот путь, если будут случаи переноса алкоголя, сигарет или лекарств. Галина Горешняк, Илья Трофимов, Подии.